Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Виноград и сад на даче». Сегодня 9 мая, и я вас поздравляю с праздником Великой Победы. У меня воевал на этой войне отец, оба деда, тесть. Дед по отцу погиб и похоронен в Берлине. Так что для меня это праздник, и за праздничным обедом мы помянем их. Ну а всем здравствующим здоровья и процветания. Спасибо вам, уважаемые зрители, что вы смотрите мое творчество, подписываетесь на канал, а нас уже более 50 тысяч, и задаете умные вопросы, по которым я снимаю видео. Вот и пару дней назад на электронную почту один из подписчиков канала прислал несколько фото распускающихся глазков на саженце, которые он посадил этой весной. Приобрел, как он утверждает, его в супермаркете. На нем была бирка с названием «Клубничный». Просит подтвердить сорт. С таким названием я знаю только одну форму винограда селекции Шаповалова. Перед вами кадры из видеоотзыва об этой форме, снятые в прошлом году на винограднике у Александра Гергеля в городе Полтава. Это он ее выращивает. Фильм вы можете посмотреть полностью, перейдя по ссылке в конце этого видео. Клубничный – очень перспективная форма винограда для посадки на даче или при усадебном участке. У нее два очень весомых достоинства. Первое – это очень вкусные ягоды, по вкусу как карамельки. Очень удачное сочетание сахара, кислоты и сортового особенного привкуса. Я вроде и много дегустировал разного винограда, но вкус ягод клубничного бесподобен, то есть особенный и не похож на вкусы других форм и сортов. Очень приятный. Другим достоинством является повышенная морозостойкость этой формы. Оригинатором заявлено минус 26 градусов по Цельсию. Конечно, форма новая, и при дальнейшем наблюдении и исследовании может оказаться, что ее можно выращивать и без снятия со шпалеры, даже у нас в Полтаве, в центре Украины. Дабы избежать путаницы, я не буду показывать присланные мне фото, а покажу видео распускающихся глазков и молодых зеленых побегов в начале роста, которые заснял по моей просьбе вчера Александр Гергель на своем винограднике и отправил мне по почте. А также фото, которые были сняты мной в мае прошлого года, там же у Александра. Вот эти кадры. Должен сказать, что глазки той формы винограда по сравнению с другими распускаются рано. Обратите внимание на цвет распускающегося глазка. Молодых листьев, коронки побега. А теперь смотрите фото зеленых частей винограда клубничный. Фото распускающегося глазка сделано 27 апреля 2019 года у Александра. А это фото глазков клубничного и Юпитера кишмыша из США. Фото глазка Юпитера было сделано мной у Якушенко Василия Евдокимовича в апреле 2015 года. Как видим, очень похожи эти глазки, когда распускаются. Все остальные фото зеленых частей клубничного сделаны мной 7 июня 2019 года в разгар цветения этой формы винограда.
Это фото небольшой грозди, сигналки. Оно сделано 8 сентября 2019 года при записи видеоотзыва. Хотя сигналка небольшая, но очень вкусная ягода. Это одна из первых гроздей. В дальнейшем, конечно, они должны быть крупнее. Вот так выглядит форма винограда клубничный. Так что, уважаемый подписчик, смотрите и принимайте решение, у кого и где покупать саженцы. Всех еще раз с праздником, спасибо за внимание и до встречи в следующем видео. До свидания.